о строительстве красивой монументальной каменной галереи у источника задумывались талантливые архитекторы братья Бернардации, но воплотить эти планы суждено было известному зодчему Самуилу Уптону. Грандиозное строительство заняло долгие 10 лет. Укрытый под каменными сводами источник оградили ажурной металлической решеткой. Через 22 года после завершения строительства здание Нарзанной галереи впервые меняет свой облик. Источник заключили в каменный восьмигранный колодец, облицованный белым мрамором. Вокруг обустроили траншеи, а в стенах резервуара краны, расположенные ниже уровня воды. На рубеже веков, после проведения в город водопровода, с западной стороны здания был возведен изящный фонтан и разбит прекрасный цветник. Величественное готическое здание стало лечебным и культурным центром курорта. В нем обустроили помещение для продажи минеральных вод, сыворотки и кумыса, ванна для подогретого Нарзана, паровые и триобщие бассейна и специальную комнату для лечения углекислым газом, собранным над источником. В просторном зале галереи посетители слушали симфонические концерты, приобретали свежие газеты, модные книги, альбомы и открытки. Нарзан нередко смешивали с шампанским, кахетинским или с донским вином. Роскошной зеленью галерея встречала посетителей Вод не только летом. С наступлением холодов проемы застеклялись, растения перемещались в просторный зал, и он превращался в настоящий зимний сад. После военные годы ажурную решетку вокруг каптажа заменили надежными широкими каменными бордюрами. Работницы галереи, как и в царские времена, набирали воду из специальных кранов в колодце и подавали посетителям. 20 век век больших перемен. Вместе со страной менялась Нарзанная галерея и ее посетители. Южный фасад галереи получил новое надежное кирпично-деревянное оформление. Гидрогеолог Александр Агильви вывел на поверхность два новых вида Нарзана ⁇ доломитный, а затем сульфатный. В галерее для них обустроили отдельные бюветы справа и слева от колодца общего Нарзана. 20 век — век больших перемен. Вместе со страной менялась Нарзанная галерея и ее посетители. Южный фасад галереи получил новое надежное кирпично-деревянное оформление. Кисловодск приобрел славу всесоюзной здравницы, и к целебному ключу приезжали на лечение граждане со всех уголков молодого советского государства. Только после 1960-х годов появились современные питьевые столы, где можно набирать нарзан самостоятельно. В конце 20 века После масштабной реконструкции впервые за долгие годы изменился не только внешний облик, но и интерьер старинного здания. Южный фасад был облицован доломитом, а внутренние стены – мрамором. Украшением питьевого зала стал фонтан и скульптура купальщицы. Ныне, как и столетия назад, утренние лучи солнца освещают долину реки Ольховки и строгий силуэт величественного здания. Форма и значение этого здания давно стали символом вне времени. Каменный ключ над ключом Нарзана. Нарзанная галерея всегда будет открытым для всех сердцем курортного города и Кисловодского